Магазин Ремикс представляет вам елки новогодние. Краткое описание. Вот эта серия 001. Это просто ПВХ. Отличаясь тем, что у нее есть шишки. Много шишек. Очень легка в сборке. Вот сейчас продемонстрирую. Вот такой вот крючок вставляется. То есть очень быстро собирается. 4 размера. Идем дальше. Вот эта елка из ПВХ. Серия 002. Сборка у нее точно такая же, тоже на крючочках, тоже все быстро, она вся из силикона, видите, то есть ничем не отличается от настоящей елки. Внутри из ПВХ, ну из ПВХ для того, чтобы объем придать, то есть внешне она выглядит как настоящая. Это елка марки серии 12, она у нас получается... Не то чтобы автомат, просто надо согнуть и разогнуть каждую веточку. Вот, вот это вот у нас елка серии 006. Она полностью из силикона. Она автоматическая. То есть, видите, схема, чтобы сложить, просто нужно веточку поднять наверх. И все, больше ничего. Или отогнуть вниз, чтобы ее собрать. Все легко и просто. Серия вот самая популярная 003. Также она сделана по внешнему контуру из ПВХ, из силикона, внутри из ПВХ для объема. Вот для сравнения, это 003, видите, какая пышная, а это 06, вся силикона, но она просвечивается, потому что там ПВХ нету. Вот, серия 002, я, по-моему, уже ее рассказывал. В описании вы видите все параметры всех елок, цены. Ну, все, в принципе. Всех с наступающим Новым годом!